пустыня Вадирам и древний город Петра. Λοιπόν, έλα με τα χέρια, μπορείς. Θα δούμε. Έλα, δύο, τρία. Ω. Ωχ, τι σε κακό ουσίλια. Сюда посмотрите. Эй. Пусти, пожалуйста, мы так все чистые очень. Ну чем не вождь краснокожих? На пути в Петру Илюшка заблудился. Си Петра? Э? Ой, ке поли. Ой, ке поли, э? Прип на перпатись, э? Александр, эсэна? Сареси Петра? Кали. Кали. Александр, я кир надо. Илья, ке си кир надо. Το πιο στενό κομμάτι. Πο, 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 πο. Θα περάσουμε από εκεί. Ηλιούσα, τα μισή είναι τα σεβανικά. Παμαγγί. Александр, ты тоже надо было. Алексей, давай, давай, Александрик, ты тоже, давай. Держись. Давай, садись. Александрик, садись на второй. Не хочет человек. Не хочет. Он не упадет? Да ты, а? О, молодец. Опа! Да ты, сукала. А мы садаем, а стыдик вас. You want for you? No. Эла, давай залезайте тоже. Сейчас не погелматиясь, э? Начинающий бедуин,
А дальше будет профессиональный понтиец. Эла, шевгазу, шевгазу. Няхара. Κρατήσου καλά, Ηλία. Ну вот как это описать? Общение с верблюдом, как общение с мужчиной. Главное улыбнуться, чтобы животное не обиделось. Эва, Эва. Александра, пейне, βοήθησέ το να κατέβει. Как говорили бедуины, лепота.